Bütün hesabatda biz Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfiriyle söhbət eləmişdik ve səfiriyle söhbətdə beynəlxalq münasibətlərdən de danışmışdıq, Azerbaycan-Türkiye münasibətlərindən de danışmışdıq ve bir sıra meseleler alaqadar səfirin dediklərində Rusya ile bağlı fikirlər de öz əksini tapmışdı. Ve ötən verilişdə bir söz vermişdik ki, növbəti verilişimizin, yəni bugünkü verilişimizin qonağı Rusiyanın Azerbaycan'daki səfiri Cənab Daruxin olacaq. Buyurun, Cənab Daruxin qonağımızdır. Axşamınız xeyir, Vladimir Dmitriyeviç. Bugün Azərbaycanda da, Rusiyada da qlobal iqtisadi böhrandan çox söhbət gəzir və bilmək istəyirəm, bugün Rusiyada ümumiyyətlə sadə rusiyalar necə yaşayır? Kriziz, может быть, это такое громкое слово и острое слово, но в принципе, конечно, у нас не очень благоприятная экономическая ситуация. Самое главное, что у нас в этом году будет спад экономического развития примерно 4%. Наши экономисты сходятся в том, что примерно 3,5% спад – это из-за того, что резко обрушились нефть, цены на нефть, от которых мы сильно зависим, а 0,5% – это результат санкций, которые ввели против России после известных событий на Украине. У нас резко очень упал рубль, поэтому, конечно, жить не очень легко, но я хочу сказать, что катастрофы нет. Если вы помните развал Советского Союза, да, то он происходил на фоне пустых полок. Ничего подобного в России не происходит. Мы живем, учимся жить в новых условиях. На 50% долларов за один баррель тоже можно жить, и тоже можно жить неплохо. Vladimir Dmitriyeviç, Amerika Birleşmiş Ştatlarında bir sürü ekspertler Rusiyanın indi düştüğü vəziyyəti Sovet İttifaqının dağılmaqdan əvvəlki vəziyyəti ilə müqayisə edirlər və hətta Rusiyanın indi Suriyaya müdaxilə etməsi, dollar-rubl münasibətləri, neftin qiymətinin aşağı düşməsini də məhz həmin tələnin elementləri kimi təqdim edirlər. Sizcə Rusiya dağılan Sovet İttifaqına nə qədər oxşuyur? Ну, я вообще не очень люблю комментировать такие вот политологические спекуляции, да. Но я просто вспоминаю латинское пословице, которая говорит, что всякое сравнение хромает. Ну, вы же сами знаете, как можно сравнивать нынешнюю ситуацию в Сирии и наше участие в Сирии и в Афганистане. В Афганистане мы было огромное присутствие наземное, да, в стране, которую мы не знали, не понимали, куда вошли без всякого приглашения. Ну, хотя там формально были какие-то эти самые документы, там была совсем одна геополитическая ситуация. Сегодня речь идет, и вот четко мы сказали, и мы это подтверждаем на всех уровнях, об очень ограниченном российском участии. Без всякой возможности участия в каких-то наземных операциях. Строго по согласованию с местными властями. И как только все это будет выполнено, мы свою миссию закончим. Я не думаю, что параллели с Афганистаном, во-первых, правильные, а во-вторых, справедливые и реальные. Cənab Səfir, Rusiyanın indi məruz qaldığı siyasət, xarici ölkələrin ona münasibəti, onun Ukraynada irəli sürdüyü kursla bağlıydı. Başqa bir tərəfdən deyindi, Suriya çıxdı ortalığı və Rusiya bir növ məruz qaldığı sanksiyaların dairəsini də genişləndirib üzləşdiyi təzyiqdə. Bu tərəfdən də Xəzər dənizindən artıq siz Rusiya dövləti olaraq istifadə edirsiniz və Suriyanın ərazisində hərbi əməliyyatlar aparırsınız. Mənim bildiyimə görə Rusiya belə əməliyyatları Xəzəryanı dövlətlərin razılığı ilə aparmalıydı. Ümumiyyətlə, bütün bu proseslər və istər Rusiyanın Suriya ərazisində apardığı əməliyyatlar, istərsə də Xəzərin bu məqsədlə istifadə olması barədə nə demək olar? Ну, по поводу политики России в Сирии, много, конечно, кривотолков, да. Есть, я читаю даже и в азербайджанской прессе, рассуждения о том, что вот Россия воспользовалась шансом, чтобы показать свое, так сказать, геополитическое могущество. Это не так. Я хочу, чтобы вы были правильно поняты. Для России вот то, что происходит сейчас вот вокруг этого ИГИЛа, это вопрос национальной безопасности, это вопрос сугубо таких прагматических национальных интересов. И у России позиция была с самого начала, что это нужно уничтожить зародыш. Для России это огромный вызов, потому что в планах этого ИГИЛа есть Северный Кавказ, которого тоже хотят прибрать к рукам. У нас несколько тысяч россиян воюют в рамках этого ИГИЛа. Для того, чтобы осуществлять это сотрудничество, и оно осуществляется,
оно осуществляется в полном согласовании с законодействующим президентом, который вот недавно совершил визит в Москву, и где с ним в течение 3 часов обсуждали все и политические, и военные аспекты. Вот. Мы совсем не хотим противопоставить себя никому в сирийском вопросе в мире. Мы готовы к сотрудничеству, к самому тесному сотрудничеству. К сожалению, это не очень принимают в мире. Хотя я хочу сказать, что мне кажется, что в последнее время все-таки проявляются сигналы того, что ну, уж такого сильной конфронтации не будет. Ну, в конце концов, мы договорились с американцами, мы договорились с турками. По Каспийскому морю, о чем вы задаете вопросы, никаких правовых ограничений для того, чтобы российская сторона применяла вот то оружие, которое находится на Каспийском море, нет. Вы говорите про обязательства, по договоренности, их не существует на сегодняшний день. У нас идет переговорный процесс, в том числе переговорный процесс по вопросам, связанным с военной деятельностью, но на Каспийском море и в Каспийском море. Но пока никаких договоренностей нет. Действующий на сегодняшний день порядок, он нам этого не запрещает. Поэтому никаких угроз со стороны, вот в результате этой наших действий с Каспийского моря в отношении прибалтийских стран не возникло. Мы готовы продолжать консультации по вопросам военного развития на Каспии. И я думаю, что мы будем снимать даже и те некоторые заботы, которые, конечно, не могли не появиться в связи с тем, что Россия осуществила вот такие акции. Владимир Дмитриевич, keçən dəfə, yəni hesabat verişində Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Rusiya ilə bağlı bir sıra fikirlər ələ sürmüşdü və bunlar Rusiyanın Suriyə ərazisində hərbi əməliyyatlara qoşulmasıydı və Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri konkret olaraq Ankaranın narahatlığını bizə çatdırdı. Necə bilirsiniz? Suriya reallığı Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin korlanmasına gətirib çıxara bilərmi? Ну, вы знаете, вот расхождение в оценках действий России, они связаны со многими факторами. Ну, есть сейчас такое какое-то общее отражение, общее негативное отношение к России. Все, что мы делаем, априорно уже, так сказать, вызывает негативную реакцию. Но потом там есть, конечно, деликатные очень вопросы, это связанные с Асадом. Мы признаем его как легитимного президента. Многие страны, включая Турцию, не признают тоже. Они считают, что он не имеет права оставаться в руководстве страной. Ну, мы стоим на своем. И мы считаем, что судьбу Асада должны решать не внешние государства, а тот народ, который его избрал. Если он его поддерживает, значит, он поддерживает. То есть не поддерживает, это его дело. Вот. И мы считаем, что отношение к конкретной фигуре Асада не должно препятствовать сотрудничеству. Турция стоит на другой позиции. Она считает, что наши действия в какой-то степени консолидируют ее позицию действующего президента, и поэтому могут вот идут вопреки их позиции. Но это отнюдь все действие происходит не ультимативно. И мы, конечно, российско-турецкие отношения, как, впрочем, отношения России с другими странами, они, конечно, не будут никогда заложниками какого-то одного исторического момента. И мы будем находить взаимопонимание, и мы будем находить сотрудничество. Я уверен, что с турками у нас тоже получится. Я вот говорил вам о том, что мы создали этот механизм. Я хочу сказать, что после визита президента Асада в Москву наш президент разговаривал с Эрдоганом. Ага. Он рассказал ему о том, что было в Москве. И я думаю, что это тоже все идет нам на общую пользу. Или ona göre de canav səfir başqa bir sual vermək istəyirəm bu kontekstdən çıxış eləyərək. İndi Rusiya ətrafında gedən proseslər fonunda dünyada baş verən hadisələr Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində özünü necə göstərir? Bu vəziyyəti yaxşılaşdırır iki ölkə arasında, yoxsa daha da mürəkkəbləşdirir? Для России очень большая ценность – это Азербайджан, проводящий независимую политику. Это Азербайджан, который проводит предсказуемую политику и который является островком стабильности на наших южных берегах, на Северном Кавказе. Мне кажется, что и для Азербайджана, мне кажется, за Азербайджан не хочется так говорить безапелляционно, но то, что я вот чувствую, мне кажется, вот то доброе отношение из Москвы и то понимание, которое мы демонстрируем к Азербайджану, оно здесь тоже хорошо воспринимается. И вам спокойнее жить, вот, видя именно такую Москву, а не другую. Cənab Səfir, bugün Rusiya dünyada daha çox tənqid olunur və hətta bugün Rusiyanı bir sıra dövlətlər az qala iblis kimi təqdim edirlər. Belə bir şəraitdə Rusiyalı diplomat üçün fəaliyyət göstərmək nə dərəcədə asandır?
мы уверены в своих силах. И это вот придает мне тоже, как дипломату, силу в том, что мы делаем правильно. И мы эту линию будем продолжать. И поверьте, я думаю, вы как журналисты и специалисты хорошие знаете, что на самом деле поддержка политики России и политики ее президента, она на самом деле гораздо больше в мире, чем это может показаться из заявления некоторых официальных деятелей и публикаций заангажированных мер. Я, кстати, и в Азербайджане эту поддержку и понимание очень хорошо чувствую. И это, кстати, делает здесь мне мою работу легче, чем, может быть, в других странах. А что касается президента, я им горжусь. Teşekkürüm canım Sefir. Mən isə həm sizə, həm bizə əsl, səmimi, doğrucul dost olmağı arzuluyuram və arzuluyuram ki, həmişə Rusiyada Azərbaycana, Azərbaycan da Rusiya doğrudan səmimiyyətlə inansın və bu əsaslandırılmış bir səmimiyyət olsun. Sağ olun, studiyamıza gəlib suallarımıza cavab verdiyiniz üçün. Я под ним подписываюсь. Спасибо.